Американский боксер Дэниел Джейкобс в интервью поделился мнением о его предстоящем бое с казахстанцем Геннадием Головкиным. «Здорово, что мне представилась возможность провести такой бой. Я из Бруклина, поэтому привык побеждать и никогда не сдаюсь. Я победил рак, а значит, побью и Головкина. Я быстрее, физически сильнее его и стану первым, кому он проиграет в своей карьере», — сказал Джейкобс. «Если бы не рак, я бы дошел до Головкина раньше. Многие прошли мимо меня за то время, но я использовал это время, чтобы изучить игру и перейти к некоторым из тех вещей, что я хотел улучшить. Я поднялся и встал. Я хотел показать людям, чему научился благодаря любительскому опыту. Я являюсь боксером-панчером. Думаю, у меня есть хороший шанс. Кроме того, моя жизнь счастливая. Если б ее можно было описать лишь одним словом, оно было бы таким. Я видел некоторые недостатки Головкина в поединке с Киллом Бруком, все те же, что я замечал ранее. И я являюсь настоящим средневесом», — добавил Джейкобс. Kazakhstan.